Ебайся, да. Ваня, блядь. Все, давай. Приветствую всех, я Рома DVD. Сегодня мы будем играть в игру Survivium. Как видите, я здесь самый батько, у меня уже 16 уровень. Я бегаю с Ремингтоном, с оптическим прицелом. А в гостях у меня Иван Элит. Ваня, привет. Здрасте всем. Вот этот вот бомж, посмотрите, вот он в синей олимпийке, короче, вот он стоит. И есть Богдан Мельников с нашей группы ВКонтакте, смотрите. Всем привет. Привет, Боди. Вот, Боди, с чем ты бегаешь? С Байкалом. Байкал, дробовичок. Да, как бы прокачал уже нормально так. Понятно, будешь хуячить. Но мы чисто снайпим, у нас снайпинг, ты у нас идешь типа атакующие силы. Ну, там будете как бы сносить сдалека, я вас вблизи. Прикрывать. Да-да. Ну, посмотрим. Ладно, хорошо. Ну что ж, приступаем к поиску игры. Так, ребята, у нас начинается карта. Уничтожьте как можно больше противников. Начинается битва у нас. Разбегаемся в разные стороны. Бежим, щемимся. Летим. Боди, у тебя какой пистолет? А, у меня ПМ вроде. Ясно, клашар. Да, пока что там еще нельзя ничего купить получше. Да, в принципе, им редко пользуюсь. Так-то Байкалу. Тихонько, забираемся наверх. Мне главное наверх забраться на дерево, а там похер уже, там хоть трава не расти. Я здесь буду как зайцев щелкать их. Дабы мне забраться, чтоб трава не расти. Когда бы тебе забраться, в трусы залезть правой рукой и погрей правой рукой. Опа, вот уже прикинь. Прилетело тебе? Да. Ну бывает, прилетает, что поделаешь. Хера он, блядь, в шлеме ГРУшном, с калашом бегает, а я тут бомжара. Пиздец вообще жесть. Все, я забрался на свою точку на дереве. Молодец, стреляйте. На снайперскую. Да, только я почему-то на нашу базу смотрю, ебаный урод. И правильно делаешь, там говно всякое лазит. Видишь, что? Я вижу, по крыше бегает. Есть! Минус один. Хорошо, снял. Так, я тоже пока одного убил. В окне. Нет. Есть! Минус два. Ребята, минус два. Прекрасно. Хорошее начало. Да, неплохо. Главное отсюда теперь уйти. По-тихому. С филой... Ой, ебаный, меня уже палят сзади. Кто-то что-то. Кто там, что там. Так, сейчас я прибегу туда к тебе. Блять, меня уже высаживают, сука, снизу. Ребята, кто-то. Я бегу вниз. Внизу я. Кипиш. ХП 6%. Сейчас кровотечение. Аптеку. Нету аптечки, я с собой не беру аптечки, чтобы денег не тратить лишних. Ага. Экономишь? Да, экономлю, конечно. От серебра хочу накопить 1,2-3 миллиона. За каким? Понизу, блять, вынес, тварь. Внизу, да? Да, прям под моим дедом, прям по дереву бегает. Ладно, хорошо, бегу туда же. Бежу. Бежу. Романыч, аккуратней за ангаром. Лево. Так, слева. Блять, убили, не успел. Враг, прикинь, врага впереди. Говорил же. А я, кажется, того убил, вам что тебя убил. Неужто у чувака Барретт уже есть, прикинь? Там такое прицелище был. Ладно, хорошо. Покемперим прямо с точки отсюда. Боди, аккуратно. Опа. Вот это да. И откуда он тебя засадил? А, все, мне кажется, я понял откуда. Опа! И у меня же тоже. Откуда засадили, ребят? Шрам. Нихуя, что это у него за ствол такой был? Барретт уже открытый, походу, у кого-то. Похоже, это на Барретт вообще не рвет. Ну хер их сайт. На маншоре, как собаки. Откуда сайт? Да вон откуда-то. Боря, гренал кинули, убегай! Черт. Ребята, убегайте, мне ноги подорвали. Двигаться не могу. Уходите. Ранил этого урода, добейте. Блять, фашисты.
Расстреляли прямо в упор. Ого, а что у них за пулемет такой? Ничего себе. Что, на мышные игроки вообще, да, попались? Да. Это точно. А, то есть у меня хорошее начало было. Первые два фрага, и все, и слив пошел. Сзади, Роман. Ой, сейчас попробую. Да, я ранил, но сейчас с приклада петушка. Я его ранил, он меня добил, сука такая. О! А я в этого стрелял, кажется. Блять, сейчас позицию на дереве хер дадут занять, на самом деле. На базе я там. Где он? Базе, я на базе. Опа! Нашел, нашел. Снизу бегает. Вижу. О, убили. Я чувствую, господи, я тебя прикрываю. Бежать, на... Потому что с дерева опять снимут, за нифиг делать. Подожди, давай первый пойду с дробовиком. Давай. Может тут кто-то есть. Стишай. А он на дереве сидит, скорее всего. Сейчас. Да, сидит на дереве, есть такой. Красная точка на радаре. Угу, теперь найти бы его. Дерево-то большое. Там всего одна позиция, где он может сидеть. Готовый. Чисто. Ага, хорошо. Ой, блять, я упал. Блять! Бодя! Сукин! А это не ты, это был не ты. Черт, а я упал. Ты сам сдох. Меня кто-то убил, прикинь, в упор вообще. А, черт. По дурости. Ладно, надо опять туда добежать. Да нет, мне кажется, не стоит. Мне кажется, надо покемперить в других точках. Дать им дерево занять, но кемперить их с дерева снимать. Бежит один к вам. Да, сука, чуть-чуть не успел снять. Ничего не будет. А, у него РПКТ или что это такое? РПК обычно. ПД. ПД. В смысле РПД? РПД написано. Что, пулемет Дегтярева, что ли? Да. Да нет, он РПК какой-то не доделан. Ну, написано. Есть такая. Опа, что за мина? Черт, мины. На кого мы нарвались? Слушай, а? Такое ощущение, что какой-то клан играет у нас. Да нет, смотрю, это шрам у них на первом месте, вот он в основном всех убивает. Ну там, да, там кроме шрама есть еще кому убивать. А у нас есть кому минус уходить. Не, просто у шрама самого лучше еще. Короче, надо бежать в их позицию. Ну-ка. В их локацию, вот это, в домик. Блять, ну ёбаный ты, Вася, блять! Сука, с дерева, с моей кемперской точки, прикинь, стреляет крыса. С моей кемперки стреляет, тварь. В смысле... Чё-то на радаре не вижу. Нас, сука, убил эту гадину. Нас, сука, вторую, минус два еще сделал. Хорош. Да, убили. Гады. Я за тебя отомстил. Отомстил, ну молодец. Хорошо. О, да, кстати, слушай, ты его же походу хлопнул. А я бегаю, нет чё-то никого. Они, короче, вас не пускают на дерево, понимаешь, что такое фишка. На самом деле, дерево сейчас не особо нужно. Ох ты, пошли в атаку они. Да блядь, господи, боже мой, как же они пидорасят-то? Это что за винтовка? Барретт, чувак, это Барретт. Походу там. Или хер знает, что это. Ну а что это, кроме Барретта, может быть? Хотя не очень похоже на Барретт. Ни хера это не Барретт. Базе. Главное, он в спину попал, но не убил, сука, тварь.
зато меня вспомнили, суки! Блять, такая сзади на базе. Да, атакуют нас вообще по полной, вообще же жопа какая-то. Слушай, может быть кемперского на базе? Они опять что-то из дерева шмаляют. Так, один есть. На, сука, полетай. Хорошо, я его шлепнул. Нас, ох ты, ёбаный, промахнулся. Блять, а он... Что за винтовка такая? Это Ремингтон у него. Куплай какой, а. Пошли в чат, как крысу. Я опять на мини подорвался. Слушай, с кем мы играем? Это какой уровень у них, а? Интересно. Ну, а тут, кстати, минус не пишет уровень. Блядь, да где я в него попал? Я в него попал, какого такого лохматого? Купил рука в лодке, Ваня, твое выражение, блядь, пиздец. Пожуй свинца. Нюхай пищу, холодец. Здравствуй, мальчик, молодец, блядь. ХП нет, нахера, лучше херов, что ли. Да, оружие у них серьезное. А там преимущество серьезное очень. Не вообще в открытую по базе по нашей бегают вообще. Да? Ну я вот респаунюсь и. Поражение. Дисбаланс, дикий дисбаланс, вообще явно дикий дисбаланс. Наверное, знаешь, все подумали, что у нас, раз мы втроем играем, типа, значит нас можно закинуть к сильным игрокам. Блять, я своего. А знаешь, система, скорее всего, так и настроена. Если трое играют с одной командой, скорее всего, закидывают к очень сильным игрокам просто-напросто. Чтобы дисбаланса не было. Ругается кто-то нахер. А, и кровотечение 6-5 сейчас, блядь. Что делать? Все, загнулся, ебаный урод. Ай, жесть какая жесть. 7-13 счет, охереть. Не, ну от кровотечения только аптечки. Ну да, аптечки-то я не вижу. Не, там что-то здесь перевязочное. А тут такая команда, знаешь, что бесполезно. Все, что хочешь юзать. Да уж. У врагов такая команда, что вот тут юзай, юзай. Нас! Есть! Хорош. Есть. Вот тут класс игры показываем, блядь, сразу. Есть! Ух ты! Японский гарантий, а? Вы что говорите? Ты что? Я подманил эту сюда. Ну отлично. Еще один бежит. Есть, Вань, спасибо, красавчик. Воин, 10 фрагов не сделал за это. Серия убийств 3. Спасибо, сейчас мы их... Блядь, это аномалия. Есть. Да, есть, еще минус один. Опа, вот это. Летело мне. Бегай. Ребята, ребята, ребята. О, бегит, бежит. Убил почти меня. Есть, минус, еще минус один, серию без 5. Охереть. Кровотечение. Блин, сейчас сдохну от кровотечения. Жесть. Да, загнулся. А, 12-14 счет. Ничего, что-то расперло под конец игры, слышишь, да? Веселуха, прикольно так. Что-то я лоховал, лоховал, а под конец игры зашелся. Весело. Весело, весело. Весело, весело.
Ах ты, блядь, такая крыса, блядь. Бежи, бежи. С макросом используют. Все, ребят, мы сосали, но зато мы с гордостью сосали. С честью, с достоинством. 12-5 сыграл я. Так и не честно. Но я играл так. Потом посмотрим в ютубе, как мы могли играть. Откуда что сука садишь, а? С дерева что ли пора, блядь? Хочу подкат сделать, блядь, не получается. Не варфейс. Ну я подхай несколько-то хуй. Да бляха муха, ну что такое не везет и как с этим бороться? Отлично, ребята. Всем спасибо за игру, да? Поражение. Обыскать тайник. Тут какой-то шлем дают пиздатый. Что это за шлем? Шлем разведчика. А мне охотника. Это охеренная вещь, шлем разведчика. Блять, деньги. Ускоритель репутации плюс 10%. О, вот ускоритель репутации, его нужно отюзать, короче, использовать его. Нажать его, чтобы использовать его еще нужно. Как вот. Делать? Да. 750. Шлем. Хуй, детали. Шлем. Но детали тоже очень хорошо. Так, что у нас по деньгам выходит? 3000 денег вышло. Ни хрена. Медали сколько надавали, слушай. У меня кровожадная одна медалька. У меня 3 медали Мститель. А нет, 2. 2 медали Мститель. Серия убийств. 5 фрагов сделал я. И воин, бронза, награда. Это я что? Выдается игроку за убийство. 10 фрагов я сделал. Ну круто, чё, за медальки денег надавали. Вообще отлично. Мне говорят, я теперь выживший бродяга. Выживший бродяга? Ага. Ну отлично. Что-то всё. В магазине можно покупать что-то у него. Ну, сейчас разберемся, что можно покупать. Так, а у меня что же, экипировка какая-то есть, что ли, что-то не понимаю, улучшения какие-то, что-то непонятно. А все, запись закончилась? Запись заканчивается. Ребята, всем спасибо за просмотр, да, с вами был Роман, Иван и Богдан. Да, всем поки-поки. Давайте, ребята, до свидания. Пока, ребят.